Я порассуждаю о человеческой памяти, об ее особенностях у различных людей, в том числе и у меня. А также поразмышляю о наших учителях, но не о тех школьных или институтских, а о тех людях, которые реально учат уму-разуму нас, даже не задумываясь об этом. И вот когда начинаешь об этом размышлять, то выясняется, что нашими учителями являются абсолютно все люди, с которыми мы встречаемся в жизненном пути. И даже те, с которыми мы никогда не встречались, но которые оказали влияние на нашу судьбу своими книгами, песнями, открытиями, ну или пасквилями в наш адрес в интернете. Вот именно об этом следующее мое стихотворение. И называется оно «Кто-то забыл обо мне навсегда». Кто-то забыл обо мне навсегда, кто-то забыл обо мне ненадолго. Может быть, и не понадоблюсь я, а просто так вспоминать-то, что толку? И я такой же, не лучше других, все забываю, долги и обиды. Даже прощать мне не нужно своих ни должников, ни врагов, мы все квиты. Ведь каждый встретившийся человек, он для меня настоящий учитель. Кто-то учил, как любить и беречь, кто-то учил злиться и ненавидеть. Кто-то учил доверяться судьбе, делать свое, говоря, будь что будет. Думать о деле, а не о себе. Этому учат хорошие люди. Кто-то учил верить только в себя, не забывая, конечно, про Бога. Учат и те, кто не верит в тебя, может быть больше, чем все педагоги. Кто-то учил верить только делам, не выполняя свои обещания. В этом спасибо и всем подлецам, что на словах мне желали признания. Очень глубокие знания мне о человеческой милой натуре дали предатели. Тех вообще можно считать профессурой науки. Так что со знанием дела скажу. Это действительно так, это точно. Каждый на нашу влияет судьбу. И даже тот, с кем знаком ты заочно. О существенном и важном, существенном и важном, позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.